20 панно с фотографиями показывают зрителям о том, как живут и о чем мечтают дети, находившиеся в республиканской клинической больнице. Основная идея этой выставки – показать, что у каждого ребенка должно быть свое будущее. Открытие благотворительной выставки «Когда я вырасту» состоялось в Институте управления экономики и финансов КФУ. На каждом представленном полотне ребенок превращается именно в того, кем он мечтает стать в будущем. По словам самого фотографа выставки Игоря Заломского, снимать детей, помогая им увидеть свое будущее, одно удовольствие. Над этим проектом работать было на самом деле очень легко. Вот как раз-таки вот это вдохновение, которое было при работе с детьми, и сама идея проекта, она подталкивала работать. Идея проекта заключается в том, что мне вот лично хотелось показать детям их будущее. Самое главное, что это будущее есть. В роли выросших детей на снимках выступили успешные в своем деле люди. Это полузащитник футбольного клуба «Рубин» Благо Георгиев, нападающий хоккейного клуба «Акбарс» Дмитрий Обухов, фронтмен группы «Прогульщики» Владимир Жирнов, а также главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев. Очень много детей, которые получают лечение у нас в клинике. А некоторые, конечно же, быстро выздоравливают, но некоторые лечатся долго, длительно, даже до 10 месяцев. Они проживают у нас с мамами. Но вот благодаря гостинице, социальной гостинице «Дом Рональда Макдональда», у нас есть возможность размещать там и отца, и папу, и близких родственников. И ребенок находится в кругу семьи, и благодаря этому мы можем уже говорить о том, что максимально мы приближаем комфортные условия для ребенка во время получения лечения. Фотовыставка еще около месяца будет доступна для просмотра. Она не только приятно украшает холл учебного здания КФУ, но и вдохновляет на различные добрые дела. Фотографии действительно очень проникновенны. Они способны достать до глубины души. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз.